Только ебаник. Сейчас посмотрим. Ну-ка, ебаник-ка, давай. Там нет шары. Потом показать, блядь, людям. А что, хотел в город со мной поехать? Да нет, сейчас очень холодно еще. Давай. Там и летом там щука. Здесь можно на воздух стрелять, у него нету поршня. Да на воздухе хуй, неинтересно. У, блядь, ну ты это. Ебать, а это... Нет, под водой как она ебанет. Да, вон, видишь, как... Заеби. Нет, в воде еще разок, посмотри, куда он бьет, ебать. Ты, блядь, уже человек все ружье сломал. Все ружье сломал, блядь, своими этими стрельбой, блядь. Чем просто так воздух пиляй? Может, мишень задней? Не-не-не, сейчас меряемся это. Ну я не знаю, что. Слушай, а можешь это, им ебануть и зелинка ебануть? Посмотреть сейчас в воде. Ну-ка. Ага. Ну, блядь, на излете там это. А здесь тоже где-то 3 метра, да, у тебя, наверное, или нет? Раз, около два. 4, наверное. 3, да, 3.5. Ну-ка. 3.5 взята. А этой дай зелинкой, а? Посмотрим, сравним с тобой. Ну сейчас как ты говоришь, так скажи еще разок. Ебанет, серьезно. По-любому. По-любому тебя ебанет. Санек, потом опять запихивать будешь. Здесь ролик. Ну. Не, не буду больше запикивать, ну и на. Там такие деятели. Переборщили маленько. Не будем больше пикать. А что там не по-русски было? Смотри, там, смотри. Там понимаешь, как. О, бля, вот это да, да? Вот это да, вот это да, вот это да. Четко, вот это нормально прям бьет. Вот это нормально, лупи, смотри, сколько размаха. А то да. Вот это да. 120 килограмм закачано. Чувство переполняет просто. Да. Слова не успевает, да. Подбираться слова не успевает. Вот это да, вот это да. А таймень? Ебаник с таймени. Нет, сравнил. Новый у тебя вот этот? Да, да, новая камера. Блин, прикольно. Вот у него, видишь, резиночки. Вот этими резиночками она... Это покажу, покажу. Сейчас. Чтобы все видели. Вот резиночки, видишь? Ага. Она вот за пробочку цепляется, он там, видишь? Пробочка. Ага. Двигает ее. И сколько такое ружье стоит? Слушай, ну я не знаю сейчас сколько, но это по типу этого. Ну зацеп у нее такой, это какой-то это. Это не зацеп. Это не зацеп, он зацеп, это. Вот. Здоровый. Зацеп вон, вот, передний. А, у него зацеп. У него же передний. Вот у него это тянется. У него тяга, вот типа она, РПП, видишь? Короче, система. А у тебя какой таймень? 70-й, да? Да, охуенный. Охуенный таймень. Какой сейчас. Какой давай охуенный. Это. Камышу вот это самое то. Давай сравним это. А у тебя сколько линя? Линя сколько на нем? Не знаю. А у тебя 8 миллиметров тоже, да? Да. Получается. Ну давай. Давай. Посмотрим. Да, да. Не, ну это по-любому сейчас тоже ебанет. Думаешь, ебанет? Да. Не, ну зелинка лучше въебал. Но зелинка-то длиннее, ну, нахуй. Ничего, пока не переживайся, ничего не переживай. Сейчас я сам это поставлю. Кого? Это что это у тебя? 70-ка? Да, да, да. Ну, а это 65-ка зелинка. Это она называется 65-ка. Не, ну, по Амере по ресиверу она как 85-я таймень. Да? Ну. Я просто слабо закачан. А сколько у тебя закачано? М? Сколько закачано? 20-23 где-то. 23, да, поменьше тоже получается. Слушай, а вот это ты используешь петлю. Ну-ка. М? Вот это вот используешь. Какое? Вот. Гаечка, нахуй. И что, так удобно или что? Да я попробовал, мне понравилось. А для чего это делается? Рыбу снимать. Нет, я понимаю, я имею в виду, почему отказался вот просто от петли здесь? Ну, петлю попасть надо, а это он раз. Все. И неудобно потом вытаскивать. Удобно, она, сейчас смотри, это пески как. Она просто проходит. А? Еще супер? О, это что? 9 лет. 9 лет ему? Подожди, подожди, это аллигаторши? Да нет, сосушка.
А, это вот у тебя с этими, да, ты надульник наточил, да? Пневмовакуум, да? Типа. Ну и? Смотри, смотри сюда. Дэн, смотри. Чё это за хуйня? Таймень чуть-чуть. Нет, это не таймень. А чё, это вас, Саша? Это супер ружье с пневмовакуум. Сейчас смотри, как ебать. С глушителем. С глушителем. Сильно закачан. Я вот для глушителя. Сколько закачал? Сколько закачал? 20 тоже где-то. А наконечник где-то такой взял? Наконечник где-то такой взял? Магазин старый. Разбирается, как легко оно, да? А почему передний зацеп? Да вообще, да. Ну, чтобы это, потерь не было. Понятно. А манжет ты какую используешь? Вакуумную? От Тайменьской, да? Да, ну я купил за 5 рублей эти. Автомобильный отмыватель бачка, она в принципе тоже подходит, но ее надо чуть-чуть дуровать. Ну, не, ну это по, видно, по слабее, да, видите, да, слабее, конечно. Для камыша сам-то. Ну вот. Вот, короче, это мы посмотрели. Ну а теперь это, закеш ласты, ласты свои, вот эти. Вот ты. Хоть посмотреть такие-то. Слушай, ну это типа эти. Как эти идут, да? Они сразу идут такие галоши левые, правые, да? Прям чтобы направить. Ну, как ботинок прям вообще. С4, да, галоши? Ох, нихуя себе. Вот это да. Ну вот у Русана вот такие же лосы. Пуляй, смотри, как его. Заебись, слушай. 100% карбон. Смотри, какой это. Вообще. А как? Хуяк и пощечину. Скорпио. 25 софт. Это мягкое. Это у них мягкое, да? Мягкое. Нихуя мягкое. Они же со сменами идут пластин. Можно менять пластин. Можно. Вот закончили, да? Слушай, ну ништяк так. А у тебя разверт свой какой? 40. Свой. Да. А с семеркой, с девяткой, 45-46 там написано. А, 45-46. У тебя свой 40-й. Вы что, уже поныряли, что ли? Ну да, ладно, да, все приготовили для вас. Потихонечку перебавят на народ. Здорово. Не все еще потихонечку подтягивают. Смирно! Вольно! Отлично, слушай. Ну а как тебе? А вес у тебя какой? 73. 73. Ну и как тебе вообще, хватает? Здорово. Здорово. Вот. А как тебе вообще вот? Ну, ноги не устают у тебя в них вообще нисколько, нет сам. А, нигде вот здесь не дают, да, вот это? Здорово. В магазине купился, выпили. Ты снимаешь все? Да, 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 давай. Короче, в 43-м году, когда белорусы отошли от этих, от степей. От всех дел? Да, да, да. Короче, мы как-то с Морозом Денисом поехали вот так вот. Мне кажется, в 43-м вы еще в яйцах болтались. Нет, мы были нормально уже. Мы пошли, короче, через Волгу пошли, короче, такие, идем. И находим два острова. Я говорю, Дэн, а что за острова? Он говорит, не знаю, даже на карте их нету. Ну, конечно, 43-м, какие карты нам? Не, на самом деле... Немецкие карты. 39-й год, совершенно верно. 39-й год, а карты... Русско-финская война. Немцев по Волжье, короче. Все это Comedy Club напоминает. Это реально, это правда. Когда? 27-й, 28-й, 29-й, 30-й. 39-й. Автобусы не едут. Давали женщины, похуй. Короче, ладно, у меня все записано на камере. Давайте, давай. Давай, да. Короче, мы, в общем, ныряем. К нам приезжают ребята из Челябинска, два друга. Мы им говорим, парни, вот туда выходите, мы вас там ждем. Александр одного меня зовут? Нет, это Макс и Серега. Конечно, они заблудились, ушли. В общем, мы на троих вот что набрали. Вот, ровно 2 часа охоты. То есть, вот такая вот щука, короче. Ну, что там, что там, что там, что там? Сань, сейчас покажу. Вот, ровно 2 часа. Это прям вот на этом месте, конечно, вот там, в тех краях. Ну, я понял. Короче, на этом месте там. Да, щуки был, короче, щема. Реально, щука от, там, от 8 и до 15 килограмм, самая большая. Щуки наколотили очень много. Саш, так видно, нормально? Да, да, да. Вот. Это на тех двух островах, да? Да. А вон там и сазан, да. Там все было, короче, да. То есть мы, короче, это ровно 2 часа охоты. Ну, 3 часа охоты. Без пиздежа, мы же все врем, да? Короче, 3 часа охоты максимум. Я не знаю, я не вру. Не, я вру всегда. Работа. Короче, 3 часа, короче, охоты. В общем, я к чему? Мы туда, короче, приехали. Реально, вот просто щука за щукой. Знаешь, выходишь...
стоит такая, короче, красноперенная. Я прям первый щуп бил свой на 15 килограмм. Я думаю, блядь, сейчас я стрельну ее. Потом раз так. Красноперенная. Думаю, слушай, если она здесь стоит, значит, есть кто-то, кто ее жрет. Красноперенная. Да. Значит, думаю, кто-то ее жрет же, наверное, правильно? А вот есть. И пастухи, как говорит Виталий Добриян. Да, 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 да. И когда, короче... Он снимает, да? Они выхожу. И стоит, я первую щуку взял, которая на 15 килограмм, она реально, она такая огромная, короче, ну вот, в ней прям икры много. В общем, она вот... 45 ты не видал? Щуку? Да. Не, я только видел, что пусть сегодня ловил. Нам говорил 45 не, килограмм. Нет, кто 45, не знаю. Я тут тогда рассказывал. В общем, короче, 55 килограмм. 15 килограмм щука. Которые... Да. Нет, парни, не, пацаны, подожди. Короче, я родился в городе Нефтекумск, это Ставропольский край. Город нефтяников и река Кума, поэтому Нефтекумск. Кума... впадает в Каспий. Там громаднейший разлив есть. Вот от Нефтекумска до Каспия, где впадает Кума, там всего лишь 70 км. Мы на ветер... Там вся рыба. Мы... Там просто вся рыба, да. То есть пресная вода соединяется с соленой, там получается то же самое разливы, которые уроили, ухуили в Астрахани. Но там все печаль в Астрахани, там все избито. Да, да, а да. Там реально дикие места, туда никто не ездит. Потому что там Махачкала, да, Раиль, они... Хуиль, правильно, ты заметил, короче... хочу отметить. Нет, Раиль... Нет, ну ладно, это, короче, дело каждого, да. Вот, ну, у него просто пиар у Раиля. Как, не, начинай, не буду. Начинаешь, ладно, не буду. Начинаешь забывать, пойдем. Я у Раиля был, не буду, конечно. Суть. Не в этом. Было у Раиля? Да, короче, суть в другом. В общем, там получается щука. Самую большую щуку мы ловили, это папка моя, царство небесное ему. Самую большую щуку ловили на крючке, ну, в смысле, на живца. 29 килограмм. Реально, который щуку ловили. 30 килограмм, короче. Это вот, мне икры было 7 литров. Ну, ведро. Полное, короче. В общем, вот то, что... Ну, там вобла ловится, короче, щука и прочая рыба. Вот это интересно. Нет, а перстня там не было? Кого? Я узнаю. Перстня, перстня. Что такое? Царского перстня. Вот, конечно, это, вот этот был. Перстень, конечно. У тебя не с нет, этой щуки? Нет, 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 нет. Короче, ты не выключай камеру, я покажу тебе. Там бутыль не был, короче, такой запечатанный там. Help. 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 Вот самые щуки, вот, которые я слышал, а это были там? В Твери. Как, пойдем покажу. Ты слыхал, Санёк, вообще? Конечно, не слыхал. Чего? Вот не читал? Сейчас. Что, самые большие щуки водятся в Тверской области. Давай, братан, да, говори. Чего говори? Так, да ты не знаешь. Да, да. Итак, да. Сегодня будут разыграны призы. Кукан от известного саратовского мастера Николая Давыдова. Кукан называется «Ерунда». Ерунда? Да. Меня. Дай мне взял ерунда. Подожди, дай. Дай я презентую. Да я уже презентовал. Все, да давай. Ты неправильно, подожди. Короче. Короче, здесь используется, короче, в Кукане 8-миллиметровая нержавеющая сталь. Где ты берешь ее, скажи? Я беру у Димана кореша. Ну, Диман. Не русскую, да. Короче, специально сделал анатомический изгиб. Анатомический изгиб, да. Взять и спокойно угандошить, блядь, любого рыбу. Любого рыбу. Вот. При этом, короче, здесь внутри, вот здесь, короче, все прошито. И сегодня ночью, ребят, сегодня ночью, 2 часа ночи прошивал, короче, все. Все пробито клеем Сиапро. Вот. Сиапро, китайский клей. Ну, Сиапро, да. Термоусадки, да? Да, по 3 штучки, да. Кто еще будет здесь участвовать? Здесь так же. Я буду участвовать. Вот. Подожди. Я буду участвовать. Подожди, потом. Подожди, короче, подожди, все здесь сделано. Бля, что-то заело, подожди. Это нормально, это ерунда. Это ерунда, все понятно. Подожди, вот. Короче, тут, конечно, получается, купил китобои за сотку, конечно, эту шляпу. Ребята, вообще лучше использовать силиконовую трубочку, она очень удобная. Вот так все. Чем? Здесь сделаны, короче, такие бороздки для крепления. Вот так все одевается плотно. Вот, в принципе, 1.5 метра вполне хватит для... Клинь какой? Здесь идет 3 миллиметра, а кевларовая нить, а разрыв 470 килограмм, полтонны. Вот. Покупал Питера Канати в Питере. Все огонь вообще. Короче, в общем, короче, это... Давайте накатим просто, а вы что? Понятие, простите. Все понятно. Подожди, подожди. Люди спросят, люди спросят. Вот, Александр, скажите, пожалуйста. Николай, какой Александр? Нет, меня будут спрашивать, как говорят. Вот подскажите, пожалуйста, вот Миха, там ваш друг и братан Михаил вот показывал Кукан в этот раз.
И вот Николай там, где можно приобрести все чудо? Только у меня. А кто ты? Как найти тебя? Промотанный. Черешевского 159, дробь 161. Короче. Ерунда, огонь! Отлично. Короче, я хочу заявить. Ерунда. Это... Пиздатая шестерка, пиздатая шестерка. Короче, команда, короче, ерунда. В следующем году, в этом году, осенью, даст, короче, фору. Не фору, подожди. Конечно, мы сделаем бахву. Сделайте. Снимите его. Снимите. Рыжий. Это рыжий. А кто у вас в команде? Можете сказать? Вот. У нас, короче, я. Так, кто ты? Кто ты? Давыдов Николай, да. Давыдов Николай. Мастер. Кукан мастер. Кукан мастер. Мастер Куни. Мастер Ку. Ну, да. А дальше додумайте. Мастер Ку. Рыжий борода. Рыжий борода. Так, Эрик, вот. Рыжебородый Эрик. Да, да, да. И, короче, норвежский викинг. Печальный Ментяра и Чаев. Печальный Ментяра. Ну, Нечаеву привет тогда передашь, да? Нечаеву передашь привет? Привет! Привет! Нечаеву, привет! Главное, что они меня... Короче, давай, все, со своей ерундой замучил. Подожди, подожди! Это будет, короче, второй... Да. Это, подожди здесь. Короче, это, ребята, это будет... Первый приз. Да, нет. Ребят, первый приз у нас будет Скорпена, короче, будет. Ты уже не в роли, все. Все, Мишаня, включайся. Да, давай. Короче, это, что, у нас первый приз сегодня будет буй. Такой вот. Скорпена, так. Приобретенный нашим товарищем, единомышленником. И такой вот куканчик, это второе или третье место, я не знаю. Второе или третье место. Ну, наверное, кукан нет. От ерунды это первое. Подожди. Место. Нет, все-таки. От ерунды, я думаю, второй все-таки. Стоп, он второй, да? Да? Не так. Ну, ладно. Изначально, кто это привез? Покажи и скажи правду всем. Привез? Вот это я. Короче, я был в Москве. Был в Москве. Да. Москва-ли. Иди сюда. Так, скажешь. Ребята, короче. Не. Подожди, давай всю историю в двух словах. Давай. Колян был на выставке, купил по моей просьбе таких наконечников 7 штук. Вот. А потом мы уже после этой приобретения сделали, короче, колхоз. Колхозили. Все наконечники довольны. Кстати, мастеру в укор, корона не совсем качественно выполнена, не всех. Без покрытия, заточка не совсем соответствует заявленной. Ну, короче, ничего. Мы ее потом покажем вам. Ничего страшного, да, нормально. Ты всех наебал с колхозом? Не скажи. Конечно, все. Хорошо. Нечаево, привет. У нас первое место, это будет сейчас буй Скорпена. Ребята, короче, буй будет Скорпена. Очень важная и нужная вещь для презентации. Ребят, буй — это такая штука, которая, в общем, нужна нам для обозначения подводного охотника, чтобы вас, не дай бог, не настиг ни катер, ни другие какие-там. Самый заебись для инспекторов, блядь. Ребят, короче, в общем, пользуйтесь буями, да, обозначайте себе расположение. Это будет первое место. Что второе место сделал? Наконечник буй. Не кукан. От мастера Ку. Кукан мастеровый, второе место. Мастер Ку. Ёпта. Мастер Ку. Мастер Ку. Мастер Ку. Мастер Ку. Мастер Ку. И третье место у нас будет что? Наконечник, давай. Наконечник. Супер, бронебойный наконечник. Я его. Ребят, у нас три приза. Первый буй, второй кукан, третий наконечник. Сейчас, короче, мы собираем деньги за флайеры. По 150 рублей. И зачем? Зачем это сделать? Все потраченные деньги пойдут на зарабление Волги, матушки Волги, на малька. Вот. Санек, это видео обязательно. Да. Конечно. Все денежки, которые мы соберем, неважно, сколько будет сумма, мы все потратим на малька. Вот. Нет, нормально. На данный момент хочу напомнить, у нас на сегодняшний момент у нас в копилке 26 333 рубля и 33 копейки благодаря Олегу. Благодаря Олегу. 333. Олег, привет. Когда будем выпускать? Когда будем выпускать, народ? Подождите, по поводу зарубления, наверное, будем делать так, что планируется в дальнейшем, короче, мы планируем акцию.
проебать эти деньги. Да, да, да. Мы планируем с Михой съездить, короче. Мы строители. Поймать сазана, надоить его икры на эти деньги. И вот вам малек, пожалуйста. Пригласим на оплодотворение кого-нибудь там. Мастер-класс. Не, на самом деле, подождите, на самом деле будет это, скорее всего, в конце апреля. Да, ближе так, к концу апреля. Да, либо в начале мне кажется, мая. Надо выпускать, когда вода теплая. Вот, короче, вот, вот слушайте, потому что дальше эта акция там будет. Как бы мы примем, ну, сделаем видео и хотим сделать, чтобы эта акция приняла, ну, общероссийские масштабы. Да! Да. И стала традицией, и поэтому когда мы... Когда сомневается, надо вот к этому задуматься. Не, нет, и стала традицией... И покупаем по 340 рублей, охуенно! И будет... Будет как день очистки водоемов, только будет день зарыбления водоемов, это будет первые выходные мая. Вот, и еще, хотим привлечь к этой акции торговые компании, торговые дома, всех производителей всевозможных, кто не жопится, у кого покупаем все это дело, да, ну, скидывайте хотя бы по полтинничку. И всех тех, кто хотя бы просто любит рыбу. И еще один момент. Да. Хочу поблагодарить всех тех, кто принимает уже в данный момент в акции. Да, и кто участник откликнулся на призыв, как бы, и решил, поддержать, так сказать, эту идею. Потому что нужно это, как секта это? Хари Кришна, ёпта. Бахва, секта Бахва, нахуй. Благодарить Волгу, да, и своего рода давать ей откаты. Поэтому всех коммерческих рыбаков призываю с каждого улова по полтинчику или по соточке перечислять. Ха-ха, Бахва! Бахва, вперед! Ребят, всем хочу сказать спасибо большое за присутствие. Мы рады, что мы сегодня, подожди, нет, домой рано. Кто-то вырвет этот чудный плотик, потом кукан, наконечник, да. В общем, ребят, всем чист воды, соблюдайте правила безопасности, берегите себя, вас дома ждут все. У нас был случай, да, вот в Энгельсе, да. В общем, ребят, берегите свою жизнь, она короткая, надо ей наслаждаться. Ни одна рыба не стоит этого. Да, совершенно верно. Сейчас проведем, конечно, розыгрыш и выведем победителя. Да, 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 да. И вычислим. Да, вычислим. Это у нас, что у нас? Мастер-куб пускай сделает. Мастер-куб. Я буду тебя. Тихо, уйдет. Где ребенок? Кто у нас? Ответственный момент. Малой, иди сюда скорее. Иди скорее. Иди сюда. Иди сюда, Артем. Поочередно, третий, второй, первый, правильно? Без разницы. Иди сюда. Третий, второй, первый. Давайте, третий, второй, первый. Сейчас, подожди, малой вытащит. Давай, что, здесь, что запутать хочу на электронном венике до сеника, да? Давай, давай. Иди сюда, вот. Иди сюда, Артём. Вот, пропустите, пожалуйста. Давай, Денис, только одну. Зайдите. Выиграй, парень. Третье место, ну, наконечник. Что, я? Давай. Ага. Третье место, наконечник, достается. Ага. Тагиров Михаил. Да, так и написано, да. Не, номер 29. Это я, давай. Я сейчас еще заберу. Давай показывай. Вот, номер 29. Покажи. Видите? Ой, извините, 41. Нет, да. 29, давай. Все, так, наконечник. Че, Саньку, да? Ты прикинь, давай еще дальше. Давай дальше. Активнее, Миша, активнее. Сразу на будущее у меня 10 еще. Давайте. Опа, Один. Вставай, один любой. Артем, одну. Так, кидай. Одну. Кидай. Место, тихо. Подожди, он не смотрит, он сам выбирает. Одну забери у ребенка. Да. У тебя там две. Номер 20. Кому достается мастер-кук? Мастер-куни. Я. Кто, кому? 20. У кого? 20 номер. Бля, я так не нашел. Счастливого обладателя, что? Хотя бы метр меня повыгрыть.
Мастерку, давай Гукан. Какой Гукан? На Чернышевского 29, да? Короче, Гукан твой, братан. Отдай ему. Мастеровой Гукан. Хлопайте, чего вы не хлопаете? Отлично. Первое место, давай. И так. Не, ну ты посмотри, скажи, да? Ой, сука мой! Смотри, как смотрит майор. Майор вообще... Ты слишком теперь активно мешаешь. У меня их 14, блядь. Где мой бой? Я, блин, на один ошиблась. Давай, малой. У тебя есть бой, зачем тебе еще? Михаил Михайлович. Давай, так. Давай. Их много, приз. 10! Ну, ребята, у меня 10, ёкарный бомбарь! Да ладно! Да тут всё куплено! Бахва! Вперёд! Ура! Ребята, на самом деле, у нас всё непредвзято. Да, да, да. Малой, я поздравляю тебя. И это, где мой наконечник? Какой наконечник? Иди отсюда! Нет, пошел сука. Вон! Я вот это, я вот этот бой. Ребят, хорош. Я вот этот бой, да, вот этот отдай бой. Чехол, я да, подожди. Я даю будущему подвоху. Вот. И желаю ему. Тебя как зовут? Как это? Наконечник отдай, блядь. Этих крупные. Эмма, ты лучший! Чистой воды! И рыба, и вся эта акция направлена, конечно, на наших детей, чтобы в будущем они радовались тоже хорошей рыбалке, крупным трофеям и имели возможность насладиться настоящим мужским делом, это рыбалкой. Вот, и все это для них. Вот. Так что. Молодец, малой. Молодец. Ты молодчина. Давай. Мужик. Где папа такой? Первый ход есть. Да. Дай руку пожму. Только папе мне давай. Так, ну, вот. Но на самом деле, ребята, еще, значит, сюрприз на сегодня закончили. Паш. Где там? Вот. Нет, подарка не будет, ну, халявного. Вот. Что, мы, команда Бахва, решила аукцион, да. Лот номер один. Это майка с логотипом команды Бахва. Я туда же ее выиграю. Стартовая сумма 200 рублей и шаг по 50 рублей. И аукцион. Давайте встанем, чтобы. Шаг 50 рублей. И аукцион. 500 рублей. Ну ладно, 500 рублей раз, давайте дальше. Раз, 500 рублей раз. Ну дайте нам это под Баху. 500 рублей два. Даже автограф у вас. Да. И 500 рублей. 600 рублей раз. 600 рублей. Смотрите, уникальная. Она одна в своем роде. Такой больше нет. 600 рублей. Два. Паш сказал 600 рублей. Вот. Уникальный. 650. И 650 только можно. 650, хорошо. 600-500 рублей. Раз. 650. Два. Уникально. 700. 700. Смотрите, Майка. 700. Смотрите, какая красивая. Полтора. Ребята, это заявка. Ребята. Где мастер Ку там, который тут кричал? Полтора. Полторы тысячи. Мастер Ку говорит, ну и нахуй. Все деньги пойдут на малька. Да, с этого лота пойдут так на малька. Же, полтора раз. Полторы тысячи раз.
Два уже, Санек. Как два? Два, ты говоришь? Уже три, Санек. Ты говоришь два? Два, ты говоришь раз, блядь, это не раз, а два. Полторы тысячи. Два. И я желач. Полторы тысячи. Продано, говорю, отлично. Поздравляю. Поздравляю. Носи на здоровье. Вот, молодец, ты сделал благое дело. Да. На эти деньги мы запустим 1000 мальков толстолобика Волгу. Да. Ты молодец, тебе спасибо большое, говорит команда Бахва. Я только за. И Волга матушка говорит тебе спасибо. Вот. Всем спасибо, ребята. Завтра молодцы, утром. Всем. Ждите поступления. Но собственно я ее буду носить. Хорошо. Пожалуйста. Я отлично. Отлично. Вот, давайте то же самое еще раз. То, что мы смогли, мы сумели. Мы хотя бы хоть сколько. Да. Вот смотрите, с нашей сегодняшней тусовки, да, собралось денег больше 5000. Вот. И на данный момент на счете у нас уже 26 там и 5, ну, грубо говоря, за 30 тысяч, и да, там. Чехол модный. Еще плюс за майку. Еще за майку. Да. Ну, короче, что? Меня радует. В этом году, как по сравнению с тем годом, у нас акция двинулась в разы. С 7 тысяч мы стартанули за 30 уже на данный момент. И я думаю, это еще не предел. Нам на билеты хватит, братан? Нам на билеты хватит, конечно. Ну, это самое главное. Главное туда, да не скажу. Мурманск, Мурманск мы поедем. Вот. Храм фишка в чем? Что? Ну, короче... Эту акцию надо, я считаю, делать всероссийской вообще. И вообще, чтобы все волгари присоединились. Кто на Волге живет, да. Вот ребята волгоградские, чтобы замутили такую же тему, вкидывали у себя. Мы у себя сделаем. Выше самарские ребята должны тоже такой же фигней. И все вместе страдать. Скажем, Волга, живи. Волга, живи. Да, вот так. Сколько денег вышло? За 30 тысяч на данный момент. Вот надо, сегодня у нас 2 апреля 2016 года. Никому не верю. Да. А, мы собрались, все компании, мы скинули денег, мы... Неважно сколько, ну мы каждый внесли свою какую-то частицу возрабления Волги. Ребята, которые ловят удочки сетями, да ловите, дай бог вам здоровья. Да, но да, мы да. Подводные охотники, мы Волгу все равно мы зарабатываем майком, который в будущем. Кто ловит на сети, знаете, мы придем. Мы придем. Да, и пожалуйста, в общем, тем, кто вот ловит или на сети, или что. Если поймали маленького толстолобика, отпустите, там, отпустите, да, хотя бы 3-4 килограмма дайте вырасти рыбе. Да пускай, чтобы... пускай забирают, но главное, те, кто ловит на сети, ребята, если у вас сеть попала, не бросайте сети в воде. Это самое главное, потому что сеть начинает ловить, у вас еще год ловит. После того, как она утонула. В общем, мы все старались, мы как смогли, все компании деньги скинули, мы еще будем... Дальше деньги. Да, дальше продолжать это. Да. Мы продолжаем традицию. Движение. Мишань, правильно? Миша. Да, да, да. Да, мы за оздоровление Волги, да. Миша с Сашей едут в Египет после наших денег, да. В общем. Договариваться там, решают вопросы. Берите нас пример, либо не берите. И присоединитесь к нашей акции. Если вы не берете, то ради бога, пожалуйста. Если. Давай, Санька. Мика, печалька, ты огонь. Чё, ты поедешь со мной или с ним? А, ну давай. Давай. На связи, короче, звони.